Сегодня в Ленинском районном суде столицы огласили приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы города Чебоксары Ирины Клементьевой. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что с 2011 по 2017 годы Клементьева, являясь генеральным директором этой страховой компании, совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением веренного ей имущества. В частности, установлены факты растраты имущества возглавляемой компании, выразившейся в выплате заработной платы лицам, фактически работавшим в частной медицинской организации, учредителем которой являлся ее муж, а также оплате услуг, оказанным этой фирме третьими лицами. Кроме того, Клементьева передала указанной медицинской организации безвозмездное пользование предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование по явно заниженной стоимости. Материалами дела также установлено, что она оплатила за счет средств возглавляемой организации свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании.